Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 25 апреля 2020 года. И опять мне выпала счастливая возможность сходить на мусорник. День такой солнечный, хороший, но морозный. Можно было даже шапочку одеть. Так, пластик все еще не принимают. Птичка ищет покушать. Санитайзером после пакетов. Я вчера весь вечер посвятила, пытаясь озвучить видео Саши. И так, и сяк. Это вот тем, кто уже давно это делает, им легко, а мне-то все вновь. Пересмотрела кучу видео. Вот. Моя петличка не подходит, то, что я купила микрофон-петличка, оказывается, не подходит к компьютеру. Оказывается, надо вот такой переходничок, вот такой вот, чтобы разделяла микрофон и наушники. И еще вот на петличке должно быть, вернее, ну вот на вот этом штыречке должно быть три полосочки, рисочки, а на моем две. Поэтому ничего и не получается. В общем, ой, я же не захватила. Ну, покупать нам особо негде. Есть здесь у нас одна небольшая лавочка со всеми этими товарами. Ну, вот только там могу поспрашивать. Вот и несу им поэтому эту фотографию. Куплю я переходничок, не куплю, не знаю. Ну, вот что мне дали. Мне дали даже без денег. Сказали, попробуйте. Если не увидит вас компьютер как гарнитуру, эту петличку, значит, вернете. А если увидит, то 200 рублей принесете. А тут почему 150 написано? Безобразие. Вот, может, за доверие. Ну что, сейчас схожу апельсинов куплю и пойду пробовать. Мы вчера даже с Людой вечером, Сережа на работе был, и она смотрела какие-то видео, разбиралась, читала, окей, Google спрашивала. Вон скорая к кому-то приезжала. Вот. И вот ничего не получилось. Ну, хотя бы причину мы поняли. Одно видео такое посмотрели. Мат через мат. Парень. Там он, да, у меня, блин, вот это вот не получается. Но в конце концов, опять же, через одно приличное слово два мата. В конце концов, у него все получилось. Я надеюсь, у меня даже без матов все выйдет. И все будет хорошо. Так, точно туда едешь? Наталья говорит, сними рыночек. Наверняка суббота сегодня. Да, я сказала, что 25-я суббота. 25 апреля. Наверняка, говорит, приедут. Людям же жить нужно, торговать. Там нету. Ну вот здесь вот обычно вот на этой площади они стоят. Вот я вчера кое-что покупала. Клубничку, кофе там. У вас домой, а у Люды какая красота. Булочки, как называются? Синабон. Люда, надо это съездить, чтобы я купила миксер в ленту. Когда поедете? Миксер? Покружной-то? Блин, сломался же. Я искала другой. Нашла? Я еще выбираю, какой по характеристике. Хорошо, ага, давай. Ну давай. Ага. О, мне этот защита пишет. Ну, исправить, наверное, да? Так все надо выключить. Ну что, опять не видит как гарнитуру. Переключила в другой, опять не видит как гарнитуру. Крем остался, потом когда кушали. Ой, какая красота. Это уже окончательно. Это уже сверху крем. Молодец. Прямо вообще. Хорошо, спасибо. Сейчас отнесу эту гарнитуру, которая не подошла, и вернусь. Будем пить чай с плюшками. С плюшками. Повод. Повод еще прогуляться. Ну, сейчас как раз... Не знаю, сколько времени. Сейчас посмотрю. 3 часа. Время пить чай. Ну, все. Упаковку я не попортила. Пойду отнесу. Если бы не вот отсутствие рынка в субботу, даже бы и не поняла, что
что-то в мире происходит. Людей столько же, сколько всегда. О, черная кошка дорогу перешла. Все будет хорошо. Значит. Такие мини-тюльпанчики. Красота. Будем пробовать. Опс. Кому? Кому-нибудь. А я только что из магаза. У нас очередь. Ну-ка. Как вкусно. С корицей. Очень вкусные булочки. Молодец, Люда. А кто уже пробовал, а кто не пробовал? Очень вкусно. Нормально. Мужчина. Потрясающе. Все как этот. Брутальненько. Мужчины брутальные. Не умеют хвалить мимими. А надо бы. Никакого. Старалась. Ощущения нет. Да. Столько потрачено времени, скажи, да? Ну, я похвалю. Очень вкусно. Очень-очень-очень вкусно, да. Спасибо. Правда, тает во рту. Сколько, говоришь, калорий? 300, ну, по рецепту написано, что 340 в 100 граммах. Ну, до лета еще далеко. Может быть, прикуплю потом новый гардеробчик. Трикотажные брючки. Замечательно. Так, ну, сколько? Я уже съела кусок. Ну, грамм 100 она. Наверное. Была. 300 калорий, 100 граммов. Да, 340 где-то. Ну, очень вкусно. Особенно вот сейчас вот теплые. Ну, вот они теплые должны так. Мягкие, воздушные. Спасибо. Крема. Можно крема добавить, если суховато? Нет, замечательно, хватит еще и крема. Дети идут кушать? Маруся, ням-ням-ням. Маруся, ням-ням-ням. Маруся, а ты где? Булочку. 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 Маруся, идем? Булочки потом. Все. Саши прислал видео, как он вчера готовил чана масала. Показывает мне полочки. Пишет, говорит, Ире не понравится новые изменения на кухне. Когда она уезжала, не было вот этих полочек. Когда вот он это говорит, я перевожу и плачу прямо. Вот когда просто спокойно показывает. Мне нормально. А так что-то, ну не знаю, мне его так жалко. Сердце разрывается. Ой, Господи. Дети пошли гулять. У Маши долгожданный самокатик. Вон Сережа ее катит. Так удобно. Сзади такая палочка. И как вот толкаешь впереди себя. А она сидит, как барыня, на кресле. Холодно, правда. Они без шапки все пошли. Ой, закат у нас уже вроде бы произошел. Пойду с кухни посмотрю. Нет, еще не. Не, я не ухожу. А ты что не поехал на своем самокатике? А, да что ж такое-то? Школа это. Понятно. Я дома сижу. Поделку надо человеку делать. Все? Ужин. Хелси, хелси, хелси ужин. Нет? Холодно. Холодно было. Замерзли. А я говорила. Ой, а ты что камеру тыкаешь? Вкусно, вкусно, вкусно. Давай, ешь огурчик. Пошла. За этой, за палочкой от поющей чаши. Молодец, молодец.
Молодец. Маша умеет уже на поющей чаше играть. Какая способная девочка. Хрум, хрум, хрум. Осторожно с вилкой. Закрывается. Да? Мне, кстати, такого вида лампы не понравились. Потому что мне приходится, во-первых, фитилек маленький, приходится спичку туда кидать, чтобы она дальше не поджечь, в общем. Что-то не очень. Пусть будут обычные свечи или плавающие.